Начнем, уважаемые, а? Начнем. Итак, я, во-первых, хочу выразить вам благодарность, что вы все-таки в такой день хороший почтили нас своим присутствием. Да, не пошли гулять, а пришли к нам на концерт послушать великолепный голос, великолепный тенор. Сегодня как раз, вот, в отличие от... Кто-нибудь был на моих предыдущих концертах, кроме... Были, да? Вы помните, я в основном привожу вам танцы. Вот, один раз я вам привозил и исполнителя, пианиста. А сегодня перед вами выступит великолепный дуэт. Это Роман Шапир, тенор, и Зоя Гальцман, фортепиано. Вот только они у меня убежали, и сейчас я их позову. Где у меня этот великолепный дуэт? Прошу на сцену, покажите зрителям. Итак, Роман Шапира, Зоя Гальцман. Сегодня выступают для вас. Ну, а привезли они вам, как всегда, произведения... зарубежных, но в основном европейских композиторов и наших русских. И откроет программу. Так, там все готово у нас. Да, и откроет программу у нас французский композитор. Я буду вам все-таки кое-что зачитывать, потому что моя старческая память не позволяет все это запомнить. Да, он считается французский композитор Ренальда Ан. Годы жизни 1874-1947. Вот такую он эпоху жил. Ну, композитор считается французским, скажем так, считается французским, потому что отец его немецкий еврей, уехавший в Венесуэлу и женившийся там на местной женщине. Так что этот композитор, в общем-то, впитал в себя много разных кровей. Вот. Был он весьма популярен в свое время. Был он завсегдатаем многих парижских салонов. Вот. Был в знакомстве со многими творческими людьми Франции и так далее. Но сами знаете, что наступил когда-то и 39-й год. Вот. Ему пришлось... скрываться. Он переехал на юг Франции, насколько я помню, и где-то там пережидал все это дело. Ну, сами знаете, как гитлеровские собаки относились к евреям. Это тяжелый случай. Вот, а Роман сегодня для вас исполнит произведение, которое называется «Паркета», из цикла «Венеция. Шесть песен на венецианском диалекте». Слова Пьетро Буратти. Приветствую. Оригинально на венецианском диалекте, но мы вам споем по-русски. Ah.
Ну, я думаю, что все-таки роман заслужил более бурные аплодисменты, чтобы вы сегодня не проснулись. Я смотрю, время уже такое, можно и побольше. Вот, 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 молодцы, молодцы, потому что все-таки такой голос заслуживает аплодисментов. Ну, а дальше? Франция у нас уже была такая, Франция под вопросом. Кстати, вот тоже интересный момент по предыдущего композитора, про Ринальда Анна, роман, с которого сейчас исполнял роман. Ведь его мать, я сказал, из Венесуэлы, да? Это, я надеюсь, вы запомнили. А вот, а при этом тот цикл, из которого он пел, называется «Венеция». А вы, кстати, знаете, откуда слово «Венесуэла» произошло, что оно обозначает? О, я люблю работать с залом. Кто у меня постоянно ходит, это знает, да? И не знаете. Ну, дорогие мои, Венесуэла – это маленькая Венеция. Когда они приехали из Испании, ну, вот эти конкистадоры все, они увидели дома на сваях. Как они назвали эту страну? Ну, естественно, Венесуэла. Маленькая Венеция. Вот такое интересное совпадение у этого композитора. Ну, а дальше у нас будет Италия. Знаменитый Винченцо Беллини. Ну, кстати, можно его назвать итальянцем, но на самом деле он, насколько я помню, жил в Неаполе. А неаполитанцы имеют немножечко свой говор. Вообще, для тех, кто не знает, еще раз подчеркну, Италия была разбита на много маленьких областей, если вы найдете это, где-нибудь такую карту, Италия была разбита на много маленьких областей, и в каждой вырабатывался свой собственный говор. Ну, об этом мы еще чуть-чуть с вами этого коснемся. А пока у нас Винченцо Беллини на подходе, дата жизни 801-й. 835 год, то есть он, можно сказать, ровесник нашего Александра Сергеевича Пушкина. Чтобы вы понимали эту эпоху, понимали вот это пение, к какой эпохе он относится. Ну, Беллини у нас автор 11 опер, из которых только одна провалилась. «Заира», по-моему, она называется, если я не ошибаюсь. Вообще человек он какой-то необычный, потому что в 32 года он переезжает и окончательно поселяется в Париже, где через 2 года как-то странно умирает от какого-то там воспаления чего-то там такого внутреннего. Так вот, все-таки слухи никогда не бывают пустыми. Говорили, что его отравили. Ну, по какой причине, никто не знает. А роман сейчас для вас исполнит произведение, которое называется «Серебристый свет луны», на слова неизвестного автора, и посвященное это произведение Джульетте Пецци, известной в то время журналистке и писательнице. Слушайте. Palpitiae palpitiae sospir, ed alle che minna mora, con te palpitiae.
танцы, еще чем-то, инструментальными какими-то произведениями. Вот, и сейчас у нас с вами будет танец. Только извините, я сейчас сначала проверю звук. Вот, потому что у нас эта колоночка выключилась сейчас на некоторое время. Отлично, все у нас нормально, поэтому сейчас перед вами выступит Наталья Юркова с танцем, который называется «Регресс», что в переводе на русский язык обозначает «сожаление». Ну, если кому-то непонятно, о чем она сожалеет, вот вы только сейчас слышали, что предыдущее произведение, которое исполнил для вас Роман Шапира, было посвящено некой писательнице. А вот ей никакой Винченцо Беллини ничего не посвятил. И поэтому она очень этому сожалеет. Я люблю, 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 я лю
вас то громко звучит, то тихо. А вот, ну, вообще, на самом деле, по поводу сожаления, ей сожалеть не о чем, потому что хоть ей не посвятил Винченцо Беллини ничего, а вот я посвятил 34 года своей несчастной жизни. Ну что ж, мы с вами возвращаемся снова к вокалу. Прошу, Зоя Роман, на сцену. Немножечко переставить, если я найду эту песню Шандера. Ой, а какая она по номеру? На третье, вот, по секунду. Так, эту я пропускаю. Да. А, да ну да, 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 да. Ну вот, меня исполнитель попросил немножечко изменить программу. Ну, я разобрался, наконец, потому что у меня тут мелкий шрифт. Вот. Ну и сейчас у нас, значит, Франция была, Италия была, а теперь Австрия. Австрийский композитор Имре Кальман, но я думаю, что это имя знакомо всем. Годы жизни 1882-1953. А вот, то есть он тоже попал в эту ужасную фашистскую эпоху. Вообще настоящая фамилия его Капштейн. А вот, ну, что про него сказать? Его музыка, конечно, не имеет себе равных вот в оперете. Она действительно вот такая праздничная, какая-то, ну, воодушевляющая, я бы ее назвал. Ну, Псева, например, на слуху, да, Королева Чардаша, да, Сильва знаете, да. Фиалку Монмартра, наверное, тоже знаете. А вот знаете ли вы, что вот эту фиалку Монмартра он посвятил своей юной жене? Знаете? Нет. А вот теперь знаете. В 29-м году Кальман женился на юной эмигрантке из Перми. Да, то есть фиалка Монмартра, она вроде как наша родная. Он женился на Вере Макинской и посвятил ей эту оперету. Ну, у них, конечно, как у всех нормальных супругов, были неприятности. Они даже разводились, но через несколько месяцев сошлись снова. А вот, кстати, пример для многой молодежи, что даже если вы разошлись, лучше сойтись снова. Я это проверял на себе. Да. Вот, ну что еще я вам хочу сказать? Я хочу сказать, что все-таки Имре Кальман отказался от звания почетный ариец и удрал в США. И правильно сделал. В конце жизни он, правда, вернулся уже в Париж, когда Гитлера не было и все такое прочее, где, собственно говоря, и скончался. Ну, а вот все-таки подпевать под эту непристойную дудку он не стал. Это очень приятно. Ну, а Роман для вас сейчас исполнит песню Шандера из оперетты «Дьявольский наездник». Если я так немножечко знаю немецкий, то это называется «Тайперайтер». Написана она в 1932 году, эта оперетта. Так что слушайте, это, кстати, очень красивое произведение. Все, чем жил.
1773-1937. Ну, что про него сказать? Написано так, что он работал на почте, писал какие-то песенки, ну, в общем-то, которые успеха большого не имели, хотя он получил благодарность от семьи Гарибальди за гарибальдийскую песенку. Кстати, а кто-нибудь из вас знает, что семья Гарибальди как-то относится с нашей страной, и у нас есть еще и замок Гарибальди. Кто-нибудь из вас слышал? Никогда не слышал? Недалеко от города Тольятти, а раньше Ставрополь-Волжский, стоит замок Гарибальди. Там семья, которая носит эту фамилию, построила себе небольшой замок.
Вот, многие туда ездят фотографироваться, поэтому, если кто-то вас занесет на Волгу, не забудьте посетить это место, весьма красиво. Правда, оно до сих пор в полном объеме еще не достроено, но это наша российская Гарибальдия. Вот есть такая интересная штучка. Ну, и все бы это было так незаметно, если бы в 1930 году этот Радольфо Фальва не написал песню на слова Энца Пуска. Ох, произнести я ее на неаполитанском диалекте боюсь. Поэтому я назову ее в русском варианте. Собственно говоря, название практически такое же, как и на неаполитанском языке. «Скажите девушке». Правда, вот я посмотрел, тут ее перевели с неаполитанского на итальянский, а потом уже с итальянского на русский, и они назвали ее так: «Скажите ей». Ну, то есть, как вы понимаете, название совершенно идентичное. Ну, в нашей стране она известна в переводе Михаила Улицкого, и сейчас вы ее услышите, но я скажу, что с этой песней у меня связано... Вот сколько у нас народу прибавляется. Садитесь, пожалуйста, садитесь. Да, давайте приносите стулья, садитесь. Ну а пока я вам скажу, что с этой песней у меня связано нечто такое собственное. Вот, моя, например, мать не знала ни одной колыбельной песни, кроме вот этой «Спи, мой», как он там, «Король, спи». Да, у нас это называется «Малыш», да. А вот в нашем переводе. Это единственная колыбельная, которую она знала. Все остальные колыбельные она исполняла популярные песни. И в том числе то, что сейчас вы услышите в исполнении Романа Шапира и Зои Гольцман. Браво!
продолжим. Мы продолжаем нашу программу. И теперь у нас русский композитор Михаил Иванович Глинка. Годы жизни 1804-1857. Ну, что вы, собственно говоря, знаете про этого композитора? Ну, опера «Жизнь за царя», да? Помните такую? На либретто барона Розена, если я не ошибаюсь. Правда, у нас ее переделал, по-моему, Городницкий в 37 году. А вот, это вы знаете, да? Так, какая-то тишина подозрительная, не забывайте, что Михаил Иванович Глинка, в общем-то, первый русский оперный композитор. Вот, дальше, что еще про него вы знаете? Ничего не знаете. Ничего не знаете? Ну, какие вот такие у нас необразованные. Председателем композиторов. Да, это да. Но главное то, что он все-таки, самая такая сплетня про него, что он был влюблен в дочь Анны Керн. А вот, да, возлюбленная Александра Сергеевича Пушкина. И посвятил ей, помните, какой романс? Бум! Ну что же вы? Люди должны быть образованные. Ну я помню «Чудное мгновение». В 1840 году написал для нее. Это Наталья Николаевна. Это самое... Что, Екатерина? Он жене посвятил, Наталья Николаевна. Нет. Какой? Дочери? Глинка посвятил романс. Романс, да. Ну что ж, вот такие вы у меня необразованные, поэтому слушайте. Скажем так, произведение, которое называется «Я здесь и на зелье». Оно сделано на слова Александра Сергеевича Пушкина. И написано в 1834 году. А исполнит, опять же, все тот же творческий дуэт Роман Шапира и Зоя Гольцман. Встречаемся. Сейчас. Маленький перерыв.
то есть у них, да. Тут есть какой-то демонстрационный режим, и я его все время случайно нажимаю. Ну, что я хочу сказать, что вот предыдущее произведение, оно как бы ввело вас в такую испано-мавританскую среду, да. Я здесь и на Зиле, это явно такая испанская обстановка. И вот следующий танец, который для вас исполнит Наталья Юркова, он тоже продолжает как бы эту традицию. Он сделан на музыку композитора, который зовут Армик. Может быть, вы такого-то слышали и тоже не слышали, да? Армянин, родившийся в Иране и все свое творчество сделавший в США и Мексике. А вот он играет на гитаре, считается его стиль новая фламенко, то есть он сочетает что-то испанское с новыми, естественно, веяниями. Ну, потому что, сами понимаете, искусство – это не окаменелость, это живой, развивающийся организм. Вот сейчас мы с вами попробуем это услышать, если колонка у меня нормально. Так точно, все нормально. Громкость нормально? Громкость отлично. Тогда все. Тогда сейчас смотрим. Возвращаемся снова к нашей музыкальной программе.
И что у нас дальше? Давайте посмотрим по нашему списку. Итак, ну, опять же, русский композитор Антон Аренский. Дата жизни 861-1906. То есть этот композитор почти на 100 лет старше меня. Вот опять же, оцените просто вот эту эпоху, если кто из вас из истории знает, что это за эпоха такая. Чем знаменит 61-й год, а? 861-й, ну? Отмена крепостного права. Ну, слава Богу, наконец-то, наконец-то, да? Вот этот композитор родился, когда уже крепостное право отменили. Это уже совсем другая эпоха, это не Глинковское право. Ну, а исполнят для нас сейчас песню певца за сценой из оперы «Рафаэль» Антона Аренского. Но я хочу, чтобы вы знали, что эта опера была написана в 1894 году на очень великое событие в нашей русской истории, на открытие Третьяковской галереи и приуроченной к ней съезду, Всероссийскому съезду художников. Так что это вот такая знаковая опера. И сейчас для вас прошу, выходим. Партия фортепиано. Джон Гальман, Эндер, Роман Шапира. Песня певца за сценой из оперы «Рафаэль». Наверное, вы знаете. Это «Колокольчики мои».
на слова Алексея Константиновича Толстого, написанные в 1840 году. Этот вы знаете, колокольчик? Ну вот, наконец-то, хоть какой-то отзыв от зала. А то сегодня что-то у меня какой-то молчаливый зал. Нет, не нравится. Работайте, работайте. Вы что, сюда отдыхать пришли? Нет, нет, ни в коем случае. Я не допускаю такого. Кстати, вот этот Петр Булахов, он человек весьма такой сложной судьбы. Во-первых, он полжизни провел полупарализованным. Вот. А во-вторых, его постигло крупное несчастье. Под конец жизни сгорел его дом, сгорели все рукописи, все его, так сказать, накопления. И он жил, как же это называется, не Кусково, вот я забыл, в Кузьминках, по-моему, он жил там, в усадьбе графа Шереметьево. Вот забыл это название, Кусково, не Кусково. Ну, извините, вот вы сегодня такие неактивные, я тоже неактивничаю, вот забыл. Ну и так, колокольчики мои. Вообще какие-то клавиши другие.
А вот эти тоже, видимо, не очень привычные. Но что делать? Видите, такие организации не могут себе позволить затащить сюда пианино. Сколько оно? 600 весит. Я, честно говоря, даже сам не помню. У меня просто у приятеля было старое немецкое фортепиано, которое еще трофейное. Оно весило что-то очень много. 300, да, я слышала. Хороший инструмент. А российские весят. Нет, российские я не знаю. Я вот помню, у Марии Корецкиной было это фортепиано. Ой, мы его один раз передвигали. Это было тяжело. Ну что ж, это мы так немножечко отвлеклись, значит, у нас сейчас партия электронного фортепиано. Вот, а мы продолжаем нашу программу, и у нас еще одно произведение, которое у всех на слуху, но я думаю, что фамилия автора вам ничего не скажет. Итак. 17 часов. Итак, следующий у нас романс на стихи Федора Тютчева «Я встретил вас». Это-то вы, наверное, знаете, да? А то, что у него нашелся автор Леонид Малашкин, который жил с 1842 по 1902, вы, я думаю, вряд ли знаете. Вообще, такая эта песня, насколько я понимаю, она всегда считалась народной. Ну вот, отыскался автор, причем этот автор очень, так сказать, к нашей Москве близок, потому что он почетный, потомственный гражданин города Москвы. Ну, на самом деле, он из купцов. Итак, Леонид Малашкин, «Я встретил вас», партия электрического фортепиано Зоя Гальман, поет для вас Роман Шапиров. Oh.
музыкальной темы и вернемся к танцу. Ну, а танец у нас сейчас будет такой немножечко неожиданный, скажем так, даже как бы шуточный. Вот перед вами прозвучал романс «Я встретил вас». Ну, а сами понимаете, что на наших дорогах можно много кого встретить. И этот танец, немного сказочный, называется «Царевна-лягушка». Да. Да-да-да, по мотивам русских народных сказок. Если. Что это? А почему ты не выходишь? Ну что, готовы? Говори, мяу, если готова. Thank you.
бокала, посмотрели такой сказочный танец, который, конечно, так это для детей старшего возраста, да? Ну и вернемся опять же к вокальной программе. Наш концерт, в общем-то, подходит к концу. И два последних произведения, которые вы услышите, принадлежал перу Петра Ильича Чайковского. Ну, это, в общем-то, мой любимый композитор. А вот и даже не только среди русских, а, в общем-то, ну, как-то я к нему очень сильно всегда был с детства расположен. Не знаю почему, но его музыка вот больше всего созвучна, скажем, моей душе. Ну, я надеюсь, что годы жизни его вы представляете. Не очень, да? Не очень. 1840-1893. Вот, в какие годы он жил. В общем-то, это конец 19 века, да? Это уже такая цивилизация. Чайковский был в Америке. Он открывал своим дирижированием Карнеги-холл, если кто-нибудь из вас знает, где это и как он выглядит. Вот я, например, никогда его не видел, но вот мой институтский приятель Марк Орецкин, который живет уже почти 40 лет в США, а вот там был и присылал мне оттуда фотографии. А вот, так что место весьма замечательное. Ну, а у нас первое произведение Чайковского – это «Серенада Дон Жуана». Опять же, на стихи Алексея Константиновича Толстого из поэмы «Дон Жуан». Кстати, все-таки, напомню вам, сколько в России было толстых, ну, я имею в виду писателей. Шесть? Ну, шестерых я не знаю, а трех основных помню. Ну, Лев Николаевич, это хрестоматийно, это вот вы знаете. Алексей Николаевич, знаете Толстого? Знаете. Но был еще и Алексей Константинович. Да, его знаете. Наверное, очень хорошо знаете под псевдонимом. Каким? Казьма Прудков. Забыли такого поэта? А очень великий был поэт. Ну, конечно, там с авторством с Жемчужниковыми братьями, но все равно. Итак, для вас серенада Дон Жуана исполнит, как всегда, наш звездный дуэт. Партия фортепиано Зоя Бальман. Вокал, тенор Роман Софиев. Слушайте и наслаждайтесь. Это Чайковский. От Сибири до Гренады.
последний номер нашей программы. Грустно, конечно, но все имеет свое начало и свой конец. Да, и сейчас для вас будут исполнены куплеты «Трикач» из оперы «Евгения Онегина». Ну, я вам сказал, что композитор Петр Ильич Чайковский. Вы об этом, надеюсь, помните. Вот только маленькая зацепочка. Вот насчет этого «Трике». Вы знаете, кто это был такой в опере? Или хотя бы в самом произведении Евгения Онегина? Нет, не знаете. Ну, вот я специально выписал тут пару строчек об этом «Трике». Да, вот то, что я сумел вытрать из Евгения Онегина в электронном виде. А вот, ну, значит, если вы там помните, они все съезжаются гости на бал, там различные такие смехотворные фамилии, типа, которые вы можете встретить, например, в «Горе от ума», там Скотинины какие-то, еще чего-то были такие, в общем-то, интересные фамилии. А про «Трике» было сказано следующее. Приехал Панфил Харликов, помещик, а с собой привел гувернера, воспитателя и так далее, месье Трике. И про него такая интересная фраза у Пушкина: «Меж ветхих песен альманаха был напечатан сей куплет». Трике – догадливый поэт. Его на свет явил из праха. И смело вместо Бальнина поставил бы Татьяна. Вот такой хитроумный парень был этот Трике. И тут маленькая замечательность. Французский кто-нибудь знает? Никто. А сегодня как-то у нас так это не организовано. Итак, я посмотрел во французский словарь и обнаружил там, что «Трике» это обозначает побитой палкой. Нет, вы не думаете, что этого «Трике» били палкой эти помещики. Все гораздо проще. Это обозначение человека не дворянского сословия, которого нельзя вызвать на дуэль, который настолько низок, что ему нельзя бросить перчатку. Его просто бьют. Вот такую интересную вещь я отыскал в словаре. Ну а сейчас для вас Роман Шапира, куплеты «Трике» из оперы «Евгения Онегин» Петра Ильича Чайковского. Ну а партия электрического фортепиано Зоя Гальдман. Слушайте, наслаждайтесь. Oh.
хорошее настроение. И вообще удовольствие. Я вас дарю. Вот это прекрасный творческий дуэт. Тенор Роман Шабира. Человек, который все-таки справился с электронным фортепиано, за что я ей премного благодарен. Пианист Зоя Бальцман. Ну и Наталья Юркова, которая по совместительству, то, что не знает, исполняет обязанности, а что будет. А, в принципе, не любовь. Ну и хотя бы запомнили немножечко то, что я вам рассказал, чтобы немножко знали об этой эпохе, ну хоть чуть-чуть об этих композиторах узнали. Спасибо. Ну что же, я не прощаюсь, как всегда, но до встречи, друзья.